центре досуга и творчества Бобруйска торжественно чествовали лучших представительниц прекрасного пола по итогам прошедшего года. Сегодня в городе свыше 80 первичных организаций Белорусского союза женщин. Для победительниц – цветы, подарки и песни. Ну, вообще, современная женщина, она очень активна. Она сегодня занимает руководящую должность. Она сегодня владеет информационными технологиями. Она сегодня является хорошим общественником. Она занимает должности в государстве. Она занимает должности в общественной деятельности. Помимо этого, она хорошая хозяйка, она хорошая мама, и все это она сегодня успевает. Среди обладательниц почетного звания – представительницы разных профессий. Этот конкурс – лишь городской этап. Совсем скоро каждая область определит своих женщин года. Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск 360.